Так, всем привет, с вами канал Артмания. Сейчас с вами маленький обзорчик такой сделаем. Это с витаминами, покупала в Светофоре за 12 рублей. В перекрестке стоит 36 рублей. Сейчас Димочка у нас попробует. Да, Дима? Вот они, кстати, состав. Да, давайте состав покажу сначала. Вот он состав, он прям вообще самый-самый такой стандартный. Вроде как всякие добавки. Это у нас с тобой пшеничный, по-моему. Вот так они выглядят. Давай, пробуй. Как прям мужчина взрослый. Купила специально для Димы. Как-то за место печенья, не знаю, понравится ему или нет. Вкусно? Так вот они просто вот выглядят. Нет, что-то она... Ну ладно, ломать ее, опа. Они внутри. Хлебушек. Хотя это ломается. Хрустящие такие, да? Ну что, эксперт мой маленький, понравилось? Диме прям понравилось, да, малыш? Ну, с удовольствием их скушал, малыш. Понравилось, да, батюшки, да, да. Как убегают дрожжи. Не трогай, не трогай их, Дима. Вот так убегают дрожжи. Что Дима будет делать? Чистить яичко. Чисти, зайка. Я тут буду. А я тут буду делать хлебушек. Дрожжи наши сбежали. Ты его побил? Я же тебя побила его. Давай сам, все. Побил, значит. Дим, и как это есть? А? Ну вот как это есть так? А? Димочка у нас кушает уху с рыбкой. Там у нас, скажи, рыбка. Так, рыбка, да. Морковка, картошка, как обычно. Яичко и помидорка. И бульончик рыбный. Да, зайка? Кушай. Да, яичко. Кушай. Бульончик я тебе отдельно потом налью. И он. Да. Ешь.